Дом 360 квадратных метров, 180 квадратных метров первый этаж и 180 квадратных метров цокольный этаж. Участок 6,4 земли. Этот свет идет в цокольный этаж. Организована крыша, натуральная черепица. Во всем доме натуральная черепица. Панорамные окна. Шумоизоляции. Можно организовать бассейн. Вид на горы красивый. Все ливневки уже сделаны. Здесь можно парковать на автомобиль или сделать также бассейн. Основной вход в дом. Первый этаж 180 квадратных метров. Огромная кухня-гостиная. Направо идут две комнаты. Санузел. Комната со своим санузлом. Санузел. Комната. Везде панорамные окна. В этой комнате также гардеробная. Тоже с выходом на улицу. Потолки 3,50. В доме выполнена штукатурка, шпаклевка. Это спуск в цокольный этаж. И чердачное помещение у нас тоже высокое, можно сделать эксплуатируемую кровлю. Также две комнаты со своим санузлом. И вторая комната. Тоже с санузлом с выходом. Спускаемся в цокольный этаж. То есть у нас здесь две комнаты, кухня-гостиная, и здесь две комнаты. В цокольном этаже можно организовать баню, сауну, можно сделать бильярдную, кинотеатр, читальный зал, все что угодно. Высота потолков 3,50. Цокольный этаж у нас со светом. На цокольном этаже также можно организовать зону кухни для няни. Вот здесь выведены коммуникации. В доме газ. Мы только что видели счетчик. Вот такой просторный этаж, 180 квадратных метров со светом.